Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у нас потрясающий праздничный рецепт красной рыбы в духовке. У нас будет вот такая вот замечательная семга, только что с рынка. Отличная, свеженькая. Сейчас мы ее сделаем просто суперскими продуктами. И будет, ну, достойное блюдо для праздничного стола, для, ну, в преддверии Нового года и Рождества. Отличный рецепт. Также для него мы сделаем гарнирчик, как всегда. Гарнир будет у нас цветное пюре из цветной капусты. Цветная капуста очень отлично сочетается с рыбой. Не все это знают, но сегодня мы попробуем, и это будет очень вкусно. Да, Тёмыч? Ну все, мы начинаем. И начинаем мы с гарнира. Нам нужно отварить цветную капусту. Значит, для начала вот это вырезаем ей кочерышку. Так, здесь вот еще надо немножко подрезать. И вот так вот соцветия удобно изнутри вырезаются. И чтобы она быстрее варилась, немного ее порежем. Наливаем в кастрюлю немного молока. Не обязательно так, чтобы она его прям покрыла. Варим его в молоке. Там на дне есть, этого достаточно, она сейчас пропарится. И ставим на плиту, варим до готовности. Далее берем жирную сметану, крем-фреш. Креветки замороженные. Ну, уже их разморозил. Желательно, чтобы были мелкие. Отправляем в сметанку. Перемешиваем все хорошенько. Вот это вот сейчас потрясающей начинкой мы будем фаршировать нашу рыбку. Приправим немного соли, немного перчика. Также берем пармезан. Немного пармезана туда. Пармезан даст и вкус, и плюс все это вместе соединит и будет держать. И добавим немного цедры лимона. Лимонный аромат, как известно, очень хорошо сочетается с рыбкой. И все хорошенько перемешиваем. Начинка наша готова. Далее берем рыбу, форму, перекладываем в форму. Рыба у меня уже комнатной температуры, заранее это важно, потому что если у вас будет рыба запекаться в духовке, и она будет еще холодная из холодильника, то она будет внутри сыроватая, а снаружи начнет уже сушиться. Рыба должна быть обязательно уже комнатной температуры. Теперь делим рыбу примерно вот на порционные кусочки, так пометили, как вот у нас будут кусочки. Между этими пометками нам нужно здесь сделать карманчик, куда мы сейчас будем нашу начинку добавлять. Вот такой вот. Такие вот карманчики делаем. Теперь берем начинку и вот сюда вот в разрезик накладываем. Вот так вот, друзья, мы нафаршировали. Вот такая замечательная красота. Немножечко присолим сверху еще. Рыбу мы не солили. Давай, Тёмочка, тоже посоли. Везде, везде. Вот так, умничка. И немножко черного перчика. Куда еще? Да, вот сюда надо еще посолить. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай. И перца. Вот ты молодец какой. Супер. Теперь берем розмарин. Можно также взять и тимьян. Немножко поливаем его оливковым маслом. Вот так вот. И вот так вот растираем его, чтобы оно сейчас отдало хорошенько свои ароматы. Также у нас еще есть здесь копченый бекончик. Берем вот такую вот тонкую-тонкую нарезку бекона. И сверху вот сюда на сметанку. Сейчас это все будет таять, вот этот копченый аромат будет проходить через всю эту рыбку и жирочек, и это будет просто отлично, да, Тёма? Mm-hmm. Вот так вот. И сверху вот так вот веточки розмарина. Ай, как красиво у нас с тобой получается, смотри. Загляденье. И сверху нужно еще сбрызнуть немножко хорошим оливковым маслицем.
Вот так вот. Отлично. И все, друзья, духовочка у нас разогрета на 220 градусов. Я думаю, минут 15-17 максимум она будет готова. И тем временем капустка наша тоже уже вся сварилась. Брокколи. Брокколи. Люмонколь. Люмонколь твой любимый. Тёма уже взял вилку уже. Тут ему рыбу не надо, главное. Люмонколь есть. Теперь берем блендер. Подожди, Артём. Нам блендер нужно вот так вот, пока без молока, чтобы она и так в себя много молока впитала. Поэтому... Давай вместе. Поэтому берем без молока. Если нужно будет, потом еще добавим жидкости. Так. Добавим туда кусочек сливочного масла. Теперь миксер. Посолим. Так как мы заранее это ничего не солили. Давай, Тёмыч. Вот так вот, отлично. Ой. Немножко черного перчика. Немножко только. И также у нас еще здесь есть мускатный орех. Натрем немножко мускатного ореха. И теперь осталось только это все разбить в пюре. Вот такое вот, друзья, нежное пюре у нас получилось. Отличная консистенция и очень-очень вкусная. Да, Тёмыч? Угу. Тёмыч знает толк в цветной капусте. Ну, гарнир у нас готов, рыба в духовке. И сделаем еще для свежести какой-то салатик. Я взял такую молодую рукколу, уже заранее ее промыл. Здесь все просто. Солим черный перчик. И также возьмем еще так вот четвертинку лимона. Правда, Тёма? Вкусно будет, да? И, конечно же, хорошего оливкового масла. Все это перемешиваем, так аккуратно, ничего не мнем, чтобы руккола не помялась. Все, салат готов. Тёмыч еще, как всегда, последний штрих. Отлично. Ну все, дорогие друзья, прошло у нас 15 минут. Смотрите, какая красота у нас получилась. Такая ароматная рыбка. Давай еще шнит луком. Такой свежей зелени. Придать. Все, хватит. Смотрите, какая сочная рыбка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тёма, тебе твою любимую пюрешку. Вот так вот. Давай я тебе уберу бекон. Ты бекон же не любишь. Угу. Я его сам съем. Айс. Красота. Вкусно. Вкусно? А рыбу попробуй. Давай не тебе. Хочу. Не хочешь? Ты что? Смотри, какая рыба. Давай кусочек. Попробуй. Тебе понравится. Вкусно. Вкусно? Угу. Ну, видишь, боишься. Распробовал? Класс? Вот так вот их на порционки разрезаем. На середину тарелки пюре. Сверху рыбку. И немножко рукколы. Ну, настало время и папе отведать, что у нас получилось за вкусняшка. Так вот сверху лимончика на рыбку. Вах, 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 смотрите, какая красота. Рыба и с креветкой. А с этим пюре. Изумительно, друзья, изумительное сочетание. Очень все гармонирует, гармонично, вкусно, сочно. Я думаю, если вы такое приготовите своим друзьям и близким на Новый год. Или гестам. Или гестам. Все будут в восторге просто.
Или торт. И это фиш. Сказочно. И коктейль. Свежий салатик. Супер, да, Тёмыч? Да. Тебе понравилось? Да. Ну, если Тёмычу понравилось, значит... Поставьте лайк. Поставьте лайк, точно. И подпишитесь, скажи. Подпишитесь. Друзья, кстати, у нас это сегодня было юбилейное видео. У нас 200 тысяч на канале, чему мы очень рады. Да, Тёмыч? Спасибо вам большое за это, за то, что вы нас поддерживаете своей добротой, теплом, комментариями. Делитесь нашими видео с друзьями. Мы очень этому рады, очень вам благодарны. Будем стараться для вас. И поставьте лайк. И поставьте лайк, не злите нас. До новых встреч вам. Пока-пока. Всего вам хорошего. Пока, скажи. Поставьте. Кушай. Джолина. Джолина! 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 Все, все. Она тебя уже услышала. Если не в наушниках. Идет. Пять тысяч.